Всем привет! Меня зовут Грифон, и мы продолжаем проходить «Принц Персии» 2008 года. В прошлую серию мы завершили на том, что приобрели для Элики новую способность, с помощью которой мы теперь сможем добраться до тех мест, до которых раньше, соответственно, не могли. Сейчас я хочу вернуться. Вот, подсвечиваются те места, где мы теперь можем применить наш новый навык «Шаг Армузда». Но я хочу вернуться вот сюда и дособрать до оставшиеся 10 семян. А затем, думаю, отправиться в пещеру. Ведущего к дворцу. В общем, как-то так. Так, давай путь показывай. Чтобы я, не дай бог, и чё ты там стоишь? Ой, ладно. Догонишь, если что. Ждать не буду. Вот интересно, туда можно будет забраться? Так, она не идет. Вот зараза. Ну, сейчас проверим. Ага, все-таки. Да, ё-моё, что ты там? Ведешь себя не как принцесса. А как ведут себя принцессы? У них все есть, они не знают жизни. Даже как верблюд ест и как. Я знаю, как и что делает верблюд. Принцесса. Настоящая принцесса. А как насчет тебя? Кто ты? Но это не долгий рассказ. Так ты... Нет, так не пойдет. Давай уже и ты расскажи немного о себе. Как ты очутился в пустыне со слом, груженным золотом? Я направлялся к дому. Откуда? Не важно, откуда ты идешь. Важно лишь то, куда. Теперь твоя очередь. Ты так и не сказал, где взял золото. Я его нашел. Нашел, значит. То есть ты вор? Я искатель приключений. Нет, вор. Я присваиваю брошенную собственность. Это случилось несколько дней назад. До меня дошли слухи об одной гробнице. Немного работы лопатой, и я загрузил бы золотом 20 ослов, кабы не стражники. Но мне удалось уйти, прихватив достаточно на пару лет безбедной жизни. Ты грабил мертвых? Куда проще, чем грабить живых. И за что мне это наказание? Да, я взял с собой немного золота, но его владелец мертв уже 300 лет. Ему-то оно уж точно теперь не нужно. Скажи, тебя кто-нибудь ждет? Мир полный людей. И ты ни с кем не сблизился? Верь в себя, и в этом не будет нужды. Если слушать лишь себя, станешь одиноким. А если полагаться на других, тебя подведут. Ты не подводил меня? Ты меня еще плохо знаешь. Расскажи о своей семье. У меня нет семьи. Но ты же откуда-то взялся? Да, и теперь иду куда-то еще. Хочешь поиграть в игру? Давай, будет весело. Грядет конец света, а ты предлагаешь мне игру? Можно умереть счастливыми. И что это за игра? Ну, я что-то вижу, а тебе надо угадать, что это. А как я угадаю? Просто угадай. Трава? Нет. Камни? Нет. Глупая игра. Еще попытку? Нет. Тропинка? Нет. Это невозможно. Было бы проще, если бы мы играли по правилам. А есть правила? Ну да. Я говорю первую букву. Что ж ты не сказал сразу? Ты не дала мне сказать. Может, пойдем на плодородную землю? Н. Ты все еще играешь в свою игру? Н. Небо. Ну вот видишь, твоя очередь. Давай, твоя очередь. Чего? Т. Тьма. Верно. Мы можем идти? Н. Опять небо?
Вот, ты все поняла. Ты опять загадал небо? Нет, но ты уже поняла правила. О, спасибо. Они такие сложные, что я боюсь запутаться. Энн. Нога? Нет. Нож? Нет. Навес? Ага, нет. Сдаюсь. Рано сдаваться? Сдаюсь. Неодушевленный слуга Ахримана. Удивительно, что в твоих морских странствиях тебя не выбросили за борт. Ша. Это все еще игра? Ша. Шарф. Да. Хочешь усложнить игру? Хочешь сыграть на желание? Нет. Знаешь, я понимаю, почему тебе здесь нравилось. Тут вид куда приятнее. Можно дышать полной грудью. Трава под ногами, никто не хочет тебя убить. Тихо. Слышишь? Нет, ничего. Просто здорово, правда? Ох, наконец-то вы перестали болтать. Один хрен, ничего путного не говорите. Так, нам вроде бы сюда, да? Ну да. Так, теперь нужно подумать, с какой... Ага, наверное, вот отсюда надо начать. Помоги! Рановато прыгнул. Ты в порядке? Со мной все в порядке. Так, почти добрались. Ну, попробуем. Отлично. Теперь вон тот надо забрать. Хм. И что? И это все? Идем. И как? Thank you.
Так, я думал. Ага, вон. Чё ж я раньше-то не догадался. Куда? Ну, блин. Не туда ты прыгнул. Вот, молодец. Так, все забрали. Сейчас поглядим. Два осталось. Во как. Я их что-то не вижу. Да нет. Не видать. А если попробую забраться? В принципе, времени это не так много занимает, так что можно и попробовать. Так, ну ни вверху, ни... Тихо, ни вверху, ни внизу не вижу. Если только совсем вверху. Да куда ж ты прыгаешь, а? Вот зараза. Нам нужно на другую сторону. Ты в порядке? Забываю, что нужно нажимать, куда ему, а то он прыгает. Черти куда. Так. Тут вроде бы нигде наверх не забраться. И там наверху не видно. Хм. Странно. Значит, либо где-то по пути. Вот еще зачем-то. Так, тут внизу ничего. Да вроде нет. И там не вижу нигде. Странно. Хм. А чё, по низу нельзя поскакать? Да блин. Ладно. Так, надо внимательно все осмотреть. Мало ли. Еще пропустил. Тут нету. Ладно. Хм.
Так. Не вижу. Нигде не вижу. Ну ладно. Значит, где-то по пути. Я думаю, по пути в новую землю. Ладно. Отправляемся вот сюда, в пещеру дворца. Давай путь нам показывай. А нафига нам туда? Чё, отсюда никак, что ли? Не, ты мне врешь. Молоток. Ну, блин, а теперь не молоток. Нам нужно идти дальше. Ты меня держишь? А чё сейчас-то не допрыгнул? Ладно, ну тебе. Не хочешь допрыгивать, и не надо. Внимательно все осматриваем. Вниз не хочешь. Так, тоже вроде бы ничего. Ну и ладно. Так, ага, вот наверх. Держись. Вот эти светильнички тоже тут явно не для красоты, мне кажется. Так, ну тут нам сила тоже нужна, чтобы все забрать, поэтому вот сюда, я так думаю. Тихо-тихо. Я не это хотел. Так, ну осталось недолго. Я уверен просто в этом. Правильно, вон туда же нам. Ну, я лучше тебя тут уже ориентируюсь, принцесса. Так, вот это выход к храму, а вот это к пещере. Так, ну сейчас нам чисто только вперед и вперед и вперед. Ничего себе. Что-то мне подсказывает, что тут
головой тоже придется крутить. Достаточно много. Но камера немного сильно дергается при этом крутении. Ага. Чуть не полетел. Ага, вот сюда нам. И наверх. Где мы сейчас? Это часть королевского дворца. Ты жила тут? Только ты и твой отец? Здесь жили многие люди, которые потом покинули нас. Сначала опустела долина, потом развалилась цитадель, затем город. Остался только дворец. Страшновато быть тут одним. Здесь мы встретим не призраков, а иллюзии. Наложница будет ждать нас. Да знаю я, что нужно нажать. Как нам перебраться туда? Тьма уничтожила мосты, что когда-то здесь были. Придется идти трудным путем. Что это? Твой винный погреб? Пещера была здесь еще до города. Когда построили дворец, это место использовалось для представлений, концертов, выступлений. Эти стены слышали многих великих людей. Я ни разу не был на представлении или концерте. Это приключения, истории, идеи, мечты о том, как сделать жизнь лучше. Тебя ждет целый мир приключений, принцесса. Лучше быть его частью, чем пытаться что-то представить. Мне нравятся истории, но если это место все, что ты повидала в мире... Идеи очень важны. Идеи не могут быть сильнее меча. Далеко не все можно решить ударом меча. Верно. Для остального много денег или немного любви. Можно сколько угодно думать о пленении Ахримана, но без меча этого не достичь. А без веры и храбрости, которые направят этот меч, все погибнет и станет прахом. Наложница продала Ахриману свою душу, как все темные? Никто не знает, кем она была на самом деле. Она и сама, наверное, не знает. Ахриман дал ей власть над иллюзиями. Она могла стать кем угодно. Люди верили в то, что ей было выгодно. А ты можешь создавать иллюзии? Уж если наложница... Я не знаю. Моя сила растет и изменяется. Я не знаю, что смогу сделать. Может, просто утрачу ее. Не утратишь. Армуст, если ты слышишь, не допусти этого. Если вы обе можете творить магию... Моя сила идет от Армузда. Ее от Ахримана. Ничего общего. А в твоих писаниях не сказано, как распознать иллюзии наложницы? Единственный способ развеять ее иллюзии – физический контакт. Но иногда это может не сработать. Все. Поговорили. Ого. Ага, нам нужно спускаться. Водородная земля под нами, но мостов между платформами нет. Придется перебираться по колоннам и затем прыгать вниз. Так, а вот туда. 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 Не, ну я догадался, конечно, что нам все-таки в эту сторону. Но хотелось бы уточнить. Ага. Вот тебе и иллюзия. Плодородная земля чиста. Принцесса? Не могу пошевелиться. Это наложница, она... Что, больно? Давай-ка попробуем еще разочек. Сиди тут, я ее найду. Так, нужно добраться до нее. Кто у нас тут? Принцесса и ее человечек. Два заблудших путешественника, не знающих, куда они пришли и зачем. Пожалуйста. Не шибко ты... Ах ты, зараза. Целеустремленность.
ты ломаешь все, что попадается на глаза, спеши, попробуй-ка еще. Ага. Какая ты? Потерянный в пустыне, ведомый целью, но все равно забудешь. Что ведет тебя вперед, человечек? Кто ты? Принц или нищий? Вор? Дворянин? Осторожно, люди! Еще одна иллюзия. Полезна для тренировки. О, все это время я была здесь. Извини, что напрягла тебя. Так, теперь с этой стороны. Не будешь рядом в час нужды. Делай, что делаешь, человек. Все это лишь притворство. Ты не в силах ничего изменить. Часто договоришься. Дело в том, что жизнь очень странная штука. Ты думаешь, что все под контролем? И тут все меняется. Какая ж ты страшненькая, стрёмненькая. Ага. Получила? Ну, понятно. Он делом слаб стремлениями. Ладно. Ничем не получается, будем. Ай-яй-яй. Не то нажал. О, зараза. Да блин, я же атаку нажимал, хрен ты не бил. Ага, так, подожди. Ага, вот теперь получилось. Мне до нее не достать. Вот так вот. Еще разочек, давай. Ох ты, зараза такая. Сейчас тебя переборем. Ай-яй-яйка. Как ты смогла-то? Ты, засушенная. Блин, зараза какая. Держи-ка, получи-ка. Ну что, хватит с тебя? Ага. И еще разок. Подходи, подходи. Ух ты. И вот так мы могем. А вот так не могем. Ну и последний.
аккорд, скажем так. Что, нет? Ага, получила. Сухарь. Все это очень забавно. Скажи мне, что от нее можно избавиться навечно. Если мы заточим Ахримана, или пройдем в покое за черными вратами. Стоять можешь? О, никогда не думал, что буду стоять на сцене. Спасибо, что пришли на наш сегодняшний спектакль. Смерть наложницы. Она не мертва. Я могу помечтать. Разве не для мечтаний все эти сцены? Если ты не будешь мечтать, никогда не станешь лучше. А если не просыпаться, промечтаешь всю жизнь. Идем к следующей плодородной земле. Да подожди ты. Надо еще семена собрать. Ух, как они там высоко. Неспроста все это. Так, их тоже что? 45. Ну да, тут стандартно по 45 в каждой. Ага, вот тут 25. Так. Ну, финальные, так скажем. 25, а так 45. Ну, понятно. Что ты нам там сказать-то хочешь? Ну ты что-то ешь, верно? Ты же не питаешься светом. Я обычный человек из плоти и крови. А мне просто нужны эти семена. Они дают мне силу. И откуда берутся эти семена? От Армузда, бога света. Я их раньше не видела, но думаю, что они связаны с моей магией. Как сойти отсюда? Можно влезть сюда, на эти кольца. Что-то вы на этот раз не шибко многословно. Ладно, я думаю, на сегодня достаточно, потому как у меня такое предчувствие, что собирать семена мы здесь будем не 5 минут. Ох, вон они аж где. Так еще ж вроде там и внизу было. Нет, тут внизу. Так, мне... Ага, водопад там. Все-таки красиво. И радуга даже. Обалдеть. Красиво. Так, о чем это я? Да, то, что собирать мы их будем не 5 минут. И поэтому оставлю я на это все на следующий раз. Ну а с вами был Грифон. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И до скорых встреч.